Надо. Согласитесь с нами поболтать? Поболтать, да. Да. Садись, душа моя. Ой, благодарствую сердечно. Тут прям явство. А почему песен о злых людях гораздо меньше, чем фильмов о них? Ну, в песне про зло-то неинтересно. А злые, они интересны, когда они в экшене, когда они сильные, когда они такие. Зло вообще обаятельно всегда. В кино. А в песню как-то так? Под мелодию? Песня про злодея неинтересна. Чарльз Мэнсон был ужасный человек. А есть ли какой-то миф о музыкантах, который вы можете с великой радостью развеять? Ну, какие у нас есть мифы о музыкантах? Что все музыканты алкоголики, например. Есть такой миф? Ну, это в другие года было, когда, вот знаете, там, 70-е, наверное. Не получилось развеять. Я современных музыкантов-то не знаю. Какая мифология? То есть, фу, выездный венца не стоит. Вот в наше время была мифология. Секс, дракс, рок-н-ролл. Вот, а теперь так что? Правда, да? Конечно, правда. А кого лучше выбирать в напарника? Того, с кем идиллия и согласие, или того, с кем жаркий спор? Именно, видимо, напарника в музыке. Лучше, конечно, когда люди разные. Вот когда лед и пламень, понимаете? Но только они должны вместе хотеть одного. Тогда их разность, она работает на общую цель. А вас читают миллионы людей, а вы биографии каких знаменитостей читали? А Битлз не все. Ну, самая моя любимая, пожалуй, которая на меня произвела большое впечатление, это все-таки «Пушкин в жизни», видимо, Вересаева. Это очень хорошая книжка и очень интересная, и советую, одним словом. Почему умные женщины любят умных мужчин больше, чем умные мужчины любят умных женщин? Вообще, понятие ума – это очень относительная вещь. Многие считают и выдают за ум эрудированность. Ум в женщине – это не обязательно эрудированность. Это некое житейское качество, которое позволяет ей все-таки быть с мужчиной. Не на протяжении 1-2 дней, а на протяжении какого-то длительного времени. А отсутствие какой-то эрудированности, в принципе, ей можно простить. Про теорию относительности мужчина может беседовать с товарищем. Можно автограф попросим? Для девочки отправляем ей в Красноярск. Как зовут? Катя. Приятного аппетита всем. И спалать вам тут.